ЧП в Балаклее далеко не первое. За последние 15 лет боеприпасы взрывались и в других местах. Мы подготовили короткую справку о том, когда и где происходили чрезвычайные происшествия. 10 октября 2003-го во время сварочных работ вспыхнули склады в Бахмуте. Взорвались тысячи снарядов. Были уничтожены 10 из 17 хранилищ. Осколки повредили десятки жилых домов, 5 школ и 3 больницы. Пострадали 2 человека. Виновные получили по 8 лет тюрьмы с лишением воинских званий. 6 мая 2004-го на складах в Новобогдановке вспыхнул пожар, после чего сдетонировали боеприпасы. Осколки снарядов почти неделю разлетались в радиусе до 40 километров. Причина трагедии – грубое нарушение военными правил пожарной безопасности. Ситуация повторилась через год и в 2007-м. В общей сложности погибли 7 человек, около сотни получили ранения. А уже в 2008-м пожар на складе произошел в Лозовой из-за того, что не убрали вовремя мусорную свалку возле арсенала. Пострадал один человек. Были разрушены несколько жилых домов и школа, после чего военную часть расформировали. А точную причину пожара на складах в Сватове в октябре 2015-го до сих пор не назвали. В результате ЧП погибли 2 человека, еще 8 получили ранения. Десятки домов тогда были разрушены или получили серьезные повреждения.